Всем привет, уважаемые телезрители. Хочу показать вам, как отключить эти видео в начале при загрузке игры. No intro там называется, по-моему. В общем, нужно выбрать игру, свойства. И тут есть вот установить параметры запуска. А здесь пишем no intro. Все, окей. И запускаем. И никакого интро. О, какая картинка новенькая. Сейчас я переключил сцену с рабочего стола на саму игру. Почему-то картинки не видно, зато и звук громкий. Нужно снова его убавлять. Давай. Ну, типа убавился, наверное. Еще что хотел-то показать вам. В прошлый раз я не показал. Вот здесь вот внизу, в пункте игра. Ну или показал, может, мельком. Вот есть самый последний пункт в КВК. Это отвечает за автоматическую прокачку ваших работников. В переводе здесь missing log, но если вы переключите на английский, что я и сделал, чтобы посмотреть, тут будет level up, там что-то такое. Вот. И как вы заметили, у нас версия 7.5.1. Предыдущее видео тоже 7.5.1, хотя называется оно видео 0.7.5. Потому что я вчера ее записывал, эту серию. Там вчера она была 0.75. Сегодня я просто перезаписываю, потому что там проблемы были со звуком. Ну, в общем, смысл в том, что я рассказываю про обновление, там, патчи. Что-то произошло. А в этом видео я расскажу про патч 0.7.5.1. Ну, основное изменение — это то, что они поправили этот косяк при начале игры. Здесь вот есть... Здесь вот не переведено, но на английском оно есть. Это раунд называется. То есть количество годов в раунде. Ну там, где черный экран появляется, посередине. Год. 1400, 404, 408. Так вот, если поставить вот это значение, это будет 1 год, 1 раунд. Если поставить это, 2 года за раунд пройдет. То есть, ну вот за эту смену картинки раунда пройдет 2 года. Здесь, соответственно, 4 года пройдет. Я начал игру, вот вчера я начинал вот как бы один год, один раунд. Сегодня я начал вот по ошибке или как вот эту игру. То есть у нас будет в нашем прохождении проходить 4 года за один раунд. Ну ладно, зато быстрее будут персонажи крякать, умирать. Вы можете вот один год, один раунд пройти. Так, загрузить. Смотрим. Так, а я вам зачитаю, что у нас там изменили. Ну вот, поправили эту штуку с раундами. То есть во вчерашнем патче оно после загрузки игры, сохранения загрузки, вот эта штука слетала, и он опять становился там 4 года за один раунд проходило. И сейчас типа вот в этом патче 0.7.5.1 это как бы поправили. Я не проверял, но надеюсь, что поправили. Потом поправили какой-то краш, по-моему, игры при освобождении персонажа. И вот звук вот ни хрена не поправили. Звук вот был как громкий вот при загрузке. Не сохраняется. Вообще. Настройки звука никак не сохраняются. Вот. Теперь сохранились настройки звука. Что, работают в поте лица наши? Будущие некроманты. О, снег падал. В общем, исправили ошибку при освобождении персонажа. Видимо, когда в тюрьму там сажают, ее выпускают. Или когда похищают, выпускают, не знаю. Ну, там игра крашилась. Теперь не должна крашиться. Исправили ошибку при захвате здания. Ну, не знаю. Не захватывал еще, но, видимо, была какая-то ошибка.
Иволит, наверное, был. Исправили ошибку, при которой спавнилось много животных на карте. Ну, там, типа, на карте Париж, там, приведено пример, там, спавнилось 6500 животных. Хотя должно быть меньше. Вот они это поправили тоже. Должно быстрее работать теперь, наверное. Потом поправили, оптимизировали анимации. Поправили. Там что-то типа начало анимации, конец анимации, что-то там. Ну, должно повлиять на производительность, опять-таки. Потом что-то с телегами там пофиксили. Позиционирование их. И логика игры теперь обновляется один раз за кадр. Если у вас 60 кадров в секунду стоит в игре, то будет 60 раз логика игры обновляться. Если 30 кадров, то 30 раз в секунду. Но у меня, видимо, стоит 30. Не знаю, где это смотреть. Сейчас посмотрим. У меня включена... А где вертикальная синхронизация? Вот она есть. Она ограничивает на 60, по-моему. У меня монитор 60 Гц. Да, 60 раз в секунду у меня обновляется логика игры. Если у вас не включена вот эта вертикальная синхронизация, у вас она может обновляться чаще. Ну и скорее всего так и будет, что чаще. 100-120 раз в секунду. Потому что нет синхронизации с частотой этого экрана. Вот как-то так. Вот и весь патч. Такой маленький патчик. Фикс на фикс. Перефикс. Фиксики. Одним словом. Ну, здорово, что выпустили фикс. Почти оперативно. Прошло там сколько? 5 дней. Что там, тут опять обнулся? Да, кто-то вышел. О, да как, он кто-то вышел. Третий уровень. Сотни людей взяло. В том числе и я. Что там с деньгами? 2900. Мы можем купить... А, мы и так можем построить этот... Как его... Еще одно здание можем водрузить. Да, либо... Бухгалтерская книга. Вот, ну пофиг. Где мышка-то? Потерял мышку. Вот, раунд закончился как раз про эту игру. 1412 год. А, надо посмотреть, какое содержание сейчас у меня этих Так, зарплата. Скромная зарплата, это не то. Сколько я трачу на содержание этих работников? Синячки, победы. 4, что ли? А, нет, это я. Борода. Почему два раза, если я не понимаю? И что? Да вот это я. Я самый крутой, смотрите. Из всех. Так, о, мне же надо найти кого-то. Кого бы там, того. Так, для этого выбираем социальные действия. Сердечко. Нет романов. Так, когда это сделать? А вот другое сердечко. Простое. В смысле горожанин? Это что, мужик что ли? Я даже смотреть не хочу. Надо что-то такое попроще. Джозефин? Нет, не то. О, фрау. Фрау, 42 года. О, нет, извините. 42 года это уже... Это что за такие пришельцы в масках? Вот в противогазах какие-то. Лена. Да тут выглядит 42 года опять. Да ну вас. Вы чё шутите, что ли? Охренеть. Я этого не переживу. Алида, 22, ну-ка.
Сними маску, блин. Вдруг там какой-то монстр. Да кто это вообще? Кто по профессии, не могу понять. Как их выбрать? 34, вот еще 22. Мария. Нет, спасибо. Либо, блин, старые, либо жирные. Вот это. Какой-то мужик вообще как его. Спиннер крутит. Короче говоря. Нету никого, короче. Ладно, пойдем заниматься строительством кладбища. И вообще. Как это, чтобы построить? Так, где это? Кустари, травничество. Вот, наверное, травничество, это полагаю. Так, лазареты, скриптории. Вот, наверное, скриптории мне нужен. Это что-то с книгами связано, написано типография, библиотека, стоп-стоп-стоп, химический магазин. Химическое мастерство. Ну, в общем, надо в любом случае мне в странничество идти как-то. Хижина травника. Так, аптека, скриптория, химический магазин. Склад. Но не лавка же мясника. Да-да, professional level. Так, алхимическая мастерская. Алхимик производит лекарства, но не все незаконные. Это интересно, дальше что? Лаборатория. А, это второй уровень, да? Производит лекарства опять. Так, производит лекарства. Скриптория что делает? А, печатает. Так, лазарет лечит. Аптека. Лекарства и духи. Травник. Ну, мне надо, значит, алхимическое идти. Алхимическую какую-то штуку. Так, ну, берем тогда... Что берем? Заходим в навыки и смотрим тут травничество. Ну, что, серп? Потом он дает... что он там дает? Хижина травника дает здесь. И потом лавка травника, алхимическая мастерская, чумной барак... Вот отсюда начинаем, короче. Тысячи, да? Хорошо. Так, я могу построить хижину травника сейчас. Это мне нужно. Так, эти доступные. Отлично. Гирлянда травы. Идеальное название, считаю. Тысяча, конечно, дороговато, но... Прям здесь построить? Чего бы нет? Пусть рядом стоит. Единственное, где они траву будут собирать. Чуть помню, во второй части они куда-то бегали, ходили далеко. За травой. Но мы доберемся до этого призыва, при котором писали в патче 7.5. Обязательно доберемся. О! Поднимаю, смотрите-ка. Это прям как-то выглядит так, как его, зловеще так. Из-под земли выходит лавка травника, некроманта. Да, круто. В прямом смысле подняли избушку. Финиш, ага. Давай. Так, нам нужно собирать, походу, здесь. На сбором будет заниматься кто? Ну, не я же. Вот сюда наймем. Кстати, чтобы улучшить постройку... А, надо этот качать там в умение. Давайте возьмем какого-нибудь работника, чтобы он собирал траву.
Начать автоматическое производство. Не-не-не, давай сейчас без всяких там. Хотя, давай делать там это. Да, собирай траву. Да, наверное, нужно еще кого-нибудь взять. Пусть вдвоем собирают траву. Хауки я тоже собираю. Так, тележку пока не нужна. Мы можем делать травяной сбор смесь трав для различных зелий. Продается за 12. Так. Ну, то есть скупают у нас за 12. Это тоже. Чай тоже за 12. Пойдет что? Надо пойти. Подожди. Нужно. Ну, чай, наверное. 51, этого 25. Хотя вот этого меньше. Ладно, травяной сбор будем делать. Фига, они все на лаванду налили. А не отнести. Один на лаванду, один на ежевику. А может мне тоже пойти за лаванду? О, какая лаванда, на улице снег идет. О, так они прям здесь что собирают это или что? Где-то я сейчас тут снежки леплю. Че, устал снег лепить? Ну, конечно, в водолазном костюме ты особо-то и не полепишь снежок. Хотя я слышал, что он термо там что-то устойчивый. Где чуваки, которые собирают траву-то? Вот эти вот, например. О-о-о, как все печально, смотрите. Побежал хрен, откуда? За травой. Ну-ка, что там тащишь? Лава, что, ближе нет, что ли, лава? Да ну нафиг. Он второй бежит. Опа, ты что собрал? Это хоть ежевик собрал. Да уж. Не там я построил избушку свою. Так не говорите, что вы сходили на рынок и купили это все. Пешком. Капец. Просто капец. Че, брат поскакал, молодец. Это мне нравится, будь. Почти 10. Так, ну надо сразу делать, я думаю. Хотя, нет, не будем сразу отправлять эту тележку. Хотел тележку купить, но мы сами как-нибудь справимся с этим. Что у нас там с фаилинцами? Ну-ка. Так, эти возят, эти куют. Нам бы, конечно, еще вот это открыть сумку для переноски. Так, давай-ка посмотрим. 650 всего лишь. Надо взять. Обязательно. Требования простолюдин, тем более. Костной простолюдин. Что-то... Вас уважают. Еще... Ремесло, основной талант, тролля тополя, ты я уже читал. Так. Ну, надо сумку делать. Нафиг эти факела. Да, тебе надо ткань, кожу. Это мы сами делаем. Фурнитуры собственного производства. Так сказать. Как называется? Импортозамещение. Вот. Повозка поскрипывает. Чё-то не вижу, чтобы эти, как его, помчались. Подожди, чё ты не делаешь-то? Всё же есть... А, вот этой штуки нету.
Фурнитура отсутствует. Фурнитуру мы делаем сами. А, он спит. Ушел спать. Но я, значит, ошибся. Все-таки спят эти чувачки. Так, нам надо, наверное, увеличить подхранение. Эти слоты переполняются скоро. Сейчас я запилю. Так, складское, это непонятно. Слоты склада. Оно же. Ну, прилавки есть их хранение. Ну, видимо, склад это вот хранение есть. Окей. Так, насечек у нас уже апнут. Слот склада, давайте, хоп. Как это вернуть обратно? А. Может тут? Так, правила хранения не то. Ремонтировать. Ладно, пусть ремонтируется пока ночь. Бюджет у меня там вроде стоял, 900. А, вот же крестики у красота. Ну-ка еще раз, улучшение крестика, ага. Дружелюбный интерфейс называется. Еле заметил крестики. Что-то не прибавилось слот склада, зато вот в прилавок добавился один. Блин, я не то улучшил походу. Складское помещение не увеличивается. Так, слоты склада оказалось не тем. Слот прилавка. И сейчас наоборот, да, будет. Вот смотрим. Так, наверх отмотаю, но охренеть, смотрите. Крестик исчезает, когда вниз мотаешь. Прилавка 3. Опа. Добавилось что ли? Подожди. Это-то не было вроде. Был. В общем, все забилось. Надо срочно что-то делать. Ладно, слот прилавка. Чик. И смотрим. 4 стало. Да. Короче, что склад, что прилавок, мне кажется, одно и то же. Ладно, потом на повторе посмотрю. Так, статистика что дает? Ну, я самый крутой. Ремонтировать я уже сделал. А, ну само по себе что ли гаснет? Правила хранения пока построить не надо пока что. Ну все, все работает, все супер. Деньги сейчас должны вообще рекой потечь. От того, что вот эта штука стоит очень дорого, 166. В тот раз мы считали, ну вот когда неудачные записи были, плюс 40 здесь вот добавляется. То есть я трачу там 60 где-то на материалы, ресурсы, зарплату я продаю за 100. Чё сифон, как там? Мне кажется, для бомжа вот эта вот работа травничество это самое то. Тени интересно отбрасываются, конечно. Это от чего, от лесенки что ли? Как будто качели подвешены. Так, что случилось? Где что? Что зачем? Трава кончилась. Ежевики в два раза больше надо, потому что. Угу. И денег нет. Но мы можем пойти вот эту хрень продать, травяной сбор. Да, давай пойдем продадим. Я наш товарищ. Пойду на рынок. Все равно сидишь, симулируешь работу. Травы нет. Не работает, но сидит все равно, колупается в земле. Так, разгрузить, ну-ка, подожди. Стоит 10, да? 5 штук, 50, 10. Значит, сотку должно добавить. 1200, 1300. Отлично. Маршрут еще. Не работает кнопка маршрута. О, наш приехал.
и уехал. Вообще, что продается, давай посмотрим. Шоппинг там все дела. Одежда. Какой-то камень. Рубиновый посох. Я сначала подумал, что здесь этот попугай на веточке. Это оказывается просто бутылек с какой-то пипеткой, что ли. Еда и напитки. Так, ну-ка, хочу посмотреть. Хочу построить палку, которая увеличивает скорость. Или какой-нибудь меч там, не знаю. А, мечи-то мы сами делаем. Ну-ка, пойду-ка затарюсь. То есть не затарюсь. Возьму-ка меч свой. Где там? Сюда надо идти. Может там... Ой. Кто-то уже взял меч. Так, мне нужен срочно меч. Он борода или меч хочет. Так, теперь как-то мне нужно его открыть инвентарь, да? Интересно. Нет, я хочу по-другому это сделать. Отсюда вот как-нибудь. Так, вот отсюда, сюда. Во. Теперь, если кто на меня нападет, того зарежу. Все атаки, урон. 15. Кинжал очень популярное оружие. Да. Пойдем дальше травой заниматься. Иди сюда, дорогой, иди сюда. Это что, черепки? Серьезно? Это же черепки висят там. На веревочке вот же. Жесть. Вот это некромант. Чего можно уже делать? Таскали? Сколько там не живите? Одна штучка хранить. Ну давай. Хотя бы одну штучку. Все, трындец. Кстати, надо посмотреть, где он ежевика берет, этот товарищ. Что-то какой-то сад ежевичный. Может, мне его тоже послать сюда? Сад Мандрагоры. Как это будет выглядеть, интересно. Это находится сразу за мостом. Но не очень-то и далеко, кстати говоря. Сад. А вот это что-то на кладбище похоже. Блин, я не там построил здание, наверное, лишь построить. Нужно попробовать построить поближе. Снести, что ли, здание-то. Ёлки-палки. Вообще неудачно. Хотя бы посередине между рынком, что ли, этой травой дурацкой. Что там, где там? Давай, бизи. Топай. Тут. Йоу, побежал. Веселый такой. Сзади кто-то в обморок упал. Это на солнце перегрелся. Солнечный удар. Солнечный зайчик нанес удар. Чего? А, это в сад. Ух ты, здесь еще и мед можно собирать. Так, мне, пожалуйста, ежевику. Good. Это интересно, я не знал. А можно самому такой сад, интересно, построить? Надо взглянуть. Так. Это там прочее было где-то. А, только склад доступен. Скриптории какие-то, лазарета, аптеки. Нет, я не вижу садов мандрагоров. Ну вот сюда мы будем приходить и призывать кого-нибудь там. Воскрешать старого мертвого лорда.
или монарха. Короче, короля будем воскрешать, чтобы он правил мертвецами. Что за замок? О, а мы что, около замка? Подожди-ка. Гвоздика. Угу, точно. Здесь живет король всего этого. Интересно. Церковь, замок. Новые ориентиры. Так, что у нас тут? 35 инвентарь. Пошел он спать, блин, деловой. Хоть бы траву принес сначала. Уволить уровень. До сих пор первый. Сразу видно, кто работает, кто нет. Первый уровень. Подожди, а кто это сделал? А, они сами автоматом типа принесли и запилили. Это да. Нет, ну так не пойдет. Надо сделать как, что вот иди и живи как-то себе. Чё? Подожди. Would you like? Он что, собирает его или что? Что ты делаешь? Травник Хауки. Это немецкое название. Бегает, куда-то бежит. А показываешь, он спит как будто. Это лунатик, короче. Во сне бежит. Так любит свою работу, что спит и видит, как работает. Это просто капец какой-то в этой игре, блин, это нормальное явление. Там кого-то кто-то бьет, кто-то в обморок падает. Те, кто его знает, может, в древности так и было. Ну, в средневековье, то есть не в древности. Что они так в обморок падали? Какой-то паш ходит. Чуть-чуть, подожди, куда пошел? Так, видимо, пошел собирать траву. Глянем, принес, нет? Вроде принес. Так, вот, Хауки. Да, выгрузил, дурахлишка. Ушел спать, говорит, но он не пошел спать. Так, он, короче, на сбор ушел, и сейчас второму надо лаванду дать, чтобы тоже собирал. Где он находится? Так, он, видимо, тоже собирал, скорее всего. И что? А вот тут идет. Где-то. Little honey. Первый уровень, да? Подожди, где мой главный герой? Да нужно, наверное, там все собрал. И уже полный стоит. Да, почему-то 9 только вылазит. Странно. Да, он больше не желает здесь работать. Я, говорит, полный. Хорошо, возвращайся. Будешь клепать здесь травку. Так, ну все, на этом мы заканчиваем серию. Про патч рассказал. Про старый патч тоже рассказал. Ну, в следующий будем продолжать там прокачиваться, апаться и так далее. Скорость игры прибавим, чтобы быстрее все было. Кстати, у нас уже 2900 денег. Круто. Но это в основном приносит вот эта вот штучка, где люди работают. Да. Вот сумка приносит много денег сейчас. О, даже сюда уже выставили. А, ну потому что этот переполнился весь склад. Ну ладно, ничего страшного. Окей.
Перезапишем вот эту вот нульку. Всем пока. Спасибо, что смотрели.